Аида. Платье для дочери. Для дочки. У дочь выкройки не было. Пришла 2 часа назад. Да? Только мерки, да. Только мерки дочки были. Ну, встаньте чуть-чуть на каблучок. Ну, как бы вот да, так вот. Она высокая. Вот, да, меряем на маму, потому что это сюрприз. Вот, крутитесь. Вот, вот такая вот дочка у нас будет. Мерочки похожие, но очень дочка, конечно, такая своеобразная. Платьице на ней будет свободно. Оно у нас отрезное ниже бедер на 32 сантиметра. Вот покажите это место. Вот оно. Вот оно, это место, да? И внизу юбка 4-клинка. Из 2 полос сделана. Здесь у фигурки еще, ну, да, есть особенность рукав. У нас вот такой вот. У рукав здесь просто простой вточной. Поворачивайте спинкой. Горловинка обработана косой бейкой. Вот такой вот беленькой, что у меня нашлось. Средний шов по спинке и выточки. И все. И вот это вот ТЗ, посмотрите, как оно у нас выглядит. Потому что есть выступ ягодиц и выступ груди. Поэтому полувыточки впереди и полувыточки вот такие вот полурельефы сзади. Вот это наши мерки, которые были, и прибавки. Кроили сразу на ткани. И все это за 2 часа. Сюрприз будет без единой примерочки. Всем добра. Мама довольна, правда? Очень довольна. До утюжки. Все абсолютно. Все абсолютно. Даже почистили. Можно отнести и подарить. Всем добра. Спасибо.